Сожгли опасные вещества. На специализированном полигоне сотрудники наркоконтроля уничтожили 18 килограммов марихуаны, полкило героина, а также несколько тысяч условно-разовых доз спайсов. За последние два месяца наркополицейским удалось изъять из оборота около 25 килограммов различных наркотических веществ. Было возбуждено 70 уголовных дел, а общий срок наказания по вынесенным приговорам составил около 200 лет. По словам сотрудников наркоконтроля, сейчас наблюдается тенденция к увеличению количества синтетических наркотиков и солей. На волне движения идет дизайнерские наркотики, а именно соли. Заводским районным судом был вынесен приговор двум лицам 57 и 31 года, 6,5 лет за реализацию данных наркотических средств. Максимальная работа ведется в их пресечении, а именно в пятницу, как вы знаете, Государственной Думой был рассмотрен законопроект о объединении так называемых дизайнерских наркотиков в общую массу, и, соответственно, органы наркополиции будут тратить меньше времени на объединение формулы и выделение и подведение их под статью Уголовного кодекса Российской Федерации.